поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится родина как монолит. Горниле победы сегодня как старь, опять закаляется родины сталь. День добрый, уважаемые гости, уважаемые обучаемые, уважаемые учителя! Сегодня, 18 марта 2016 года, мы празднуем Крымскую весну. Возвращение Крыма, пожалуй, одна из самых ярких страниц в истории постсоветской России. 23 года после распада Советского Союза Крым находился в составе Украины. На положении, как говорят, бедного родственника, сами крымчане. С первых лет существования суверенной Украины лояльность крымчан вызывала у Киева большие сомнения. Жители Крыма, где преобладает русское и русскоязычное население, подозревали в пророссийских настроениях и стремлении к выходу из состава Украины. С другой стороны, сами крымчане, особенно севастопольцы, добивались большей автономии от киевских властей. Ровно 2 года назад в Крыму и Севастополе состоялся исторический референдум, который определил дальнейшую судьбу полуострова. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. По данному событию был издан Федеральный Конституционный закон, где были прописаны основания и срок принятия в Российскую Федерацию. Основаниями принятия в Российскую Федерацию Республики Крым являются результаты общекрымского референдума, проведенного 16 марта. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополь. А также договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Предложение Республики Крым и города с особым статусом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым, включая город с особым статусом Севастополя. Они считаются принятыми в Российскую Федерацию с датой подписания договора. Это как раз 18 марта. При этом в древности земля Крыма не раз становилась предметом споров и даже войн между различными этносами и царствами. В годы Великой Отечественной войны многонациональный народ Союза Советских Социалистических Республик проявил невиданный героизм и мужество в борьбе с фашистскими оккупантами. За годы совместного существования многонациональным народом Крыма был накоплен уникальный опыт мирного сосуществования разных языков, религий и культур. Крым – удивительное место, которое вызывало восхищение у всех, кто здесь побывал. Не оставил равнодушных и многих писателей, поэтов, художников. Восхваляя природу Крыма, ее бурную историю, многонациональная культура вдохновляли многие поколения людей. Только в единстве народа – сила России. В трудные и судьбоносные моменты истории единство России, всех народов России,
независимо от религиозной принадлежности, помогло нам неоднократно отстоять свободу и независимость нашего Отечества. Март называет утром года. Мир пробуждается от сна. Вновь возвращается природа. Царит красавица весна. Сплотились все, кто за Россию, и для кого, как мать она. Чтоб жить свободно, без насилия, чтоб не пришла опять война. Стал судьбоносным в нашей жизни тот долгожданный светлый март. Вернулся Крым домой, к отчизне, и дал к свободе нашей старт. С песней «Моя Россия, моя страна» выступают ученики 3-го Б-класса, солирует Климкина Варвара. Прошу вас. Будет.
Ой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, и у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке, не привой зеленый век, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Русские народные песни в исполнении прозвучат в исполнении Стрекаловой Ирины, нашей восходящей звезды. Давай, сюда подсядем. Хватит? Микрофончик. Да. Во время выступления прошу перестать ходить. Мальчик, быстрее проходите. Голосами балалайки, гитары и барабанов, и называют их пьесами.
Это оркестр «Куш». Встречайте! Дмитрий Ульянов, балалайка. Александр Курский, гитара. Ну, вам немножко поиграем. Здравствуйте. Thank you.
Thank you.
Нас ждет еще сюрприз немало. Итак, вспомним воссоединение Крыма с Россией. На дело правый народ тогда сомкнулся. И этот день запомнится таким. Домой израненным, но выжившим вернулся могучий дух, непокоренный Крым. Событие вселенского масштаба. Мы с гордостью об этом говорим. Перед нами выступает известный автор, исполнитель русских гусельных сказок и песен Владимир Борисов. Попросим. Да-да, вот учитесь. Эти звончатые крыловидные гусли звучат сказочно, завораживающе, волшебно. Дети, тише, сидим тихо, слушаем. Здравия вам, люди добрые, детишки и их родители. Нас здесь поскорее боят. Рад вас видеть всех, всех здесь. И хочу вам рассказать о своем радио, которое я сделал специально для вас. Называется оно «Гамаю» – сказочное радио для детей и их родителей. Оно вещает на сайте ra.ga.rf русскими буквами. Сказки, былины и светлые добрые песни. Вот такие, как сейчас вы услышите. Этот инструмент называется гусли. Это очень старый инструмент. У многих народов Земли есть похожие инструменты. Они называются по-разному. В Прибалтике – коклы или кантели. А есть даже название сибирской особенной гусли. Но все они очень похожи на этот инструмент. На гусли в древности играли баяны и волхвы. Они рассказывали сказки, былины, рассказывали всю правду людям. А гусельки помогали им в этом. Родом живи, родом живи, родом живи, родом живи.
мой стал, то бедой ведом, боль моя ушла, ветры вольные подхватили вдруг, да смели кругом всю печаль. Всю печаль мою о земле родной, что живет в плену много долгих лет, терпеливо ждет этот наш рассвет, ждет, когда проснемся мы с тобой, чтобы жить. Родом живи, родей ради радости, родом живи. Родом живи, родей ради радости, родом живи. Ой, да, сны на купалу.
припев этой песни простой. Запоминайте слова. Росы без глаз, каплями на траву, верую в вас, тем и живу. Запомнили? Да. Попробуем. Росы без глаз, каплями на траву, тем и живу. Молодцы! А теперь громче. Росы из глаз, на траву, верую в вас, тем и живу. Сколько я бродил и стоптал дорог небесть, но из них одна над один порог тропочка есть. Зазвени струна, снова соберусь в дальний путь. Только жди меня, и к тебе вернусь я когда-нибудь. Росы из глаз, каплями на траву, верую в вас, тем и живу. Ноги босые, гляну окрест, а на небесах звезды росыпью и благодесть. Словно добродной возвышается темный лес. Дедушки мои ясноокие смотрят с небес. Росы из глаз, каплями на траву, верю в вас, тем и живу. Сколько нужно вам мне еще сказать, песен пропеть? Но влечет меня в небо океан жизни и смерть. Бьется серебро со всех сторон и в тишине. Звездам прошепчу,
не спугнуть бы сон. Простите мне, росы из глаз, как камина траву. Зарядница с небес прилетела жара, 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 птица, жара, 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 жара,
тело жар-жар, согрупнется жаре-жаре, как и тело загря, загрянется с небес. Прилетело жар-жар, согрупнется жаре-жаре, как и тело загря, загрянется с небес. Прилетело жар-жар, согрупнется жаре-жаре, как и тело загря, загрянется с небес. Прилетело жар-жар, согрупнется жаре-жаре, как и тело загря, загрянется с небес. Прилетело жар-жар, согрупнется жаре-жар, как и тело загря, загрянется с небес. Прилетело. Прилетело на головку сила. Найдите вы твердый поступ по своей земле, да направите. Если вы спасибо большое. Спасибо большое. Приглашаем всех участников концерта оркестр «Гуш» сюда на сцену. Снимем общую фотографию, наверное, сделаем, да? А сейчас поблагодарим гостей, приехавших к нам в школу, сделавших такой замечательный праздник, и наших тоже участников. Управление по работе с молодежью, администрации городского округа Мытищи награждает Стрекалову Ирину, ученицу школы номер 12, принявшую активное участие в проведении праздничного концерта. Крымские места, мы вместе! Награждается Александр Курский, оркестр «Гуш», гитара. Награждается Дмитрий Ульянов, оркестр «Гуш», балалайка. Награждается автор-исполнитель русских гусей, сказов и песен Борисов Владимир Александрович. Награждается Иванова Галина Казимировна, заместитель директора школы по воспитательной работе, которая помогла организовать столь прекрасный праздник, принимая активное участие в организации проведения данного праздника. А теперь мы награждаем еще Буникову Ольгу Николаевну, но она по делам отлучилась, но мы знаем, что она достойно приняла участие в организации в данном мероприятии. Сейчас прошу всех детей подойти на общую фотографию к нашим гостям. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.